Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале «Индекс» итоговая информационная программа «7 дней». Сегодня вы увидите. В социально-трудовой сфере Беларуси выстроена четкая система работы с населением, во главе которой интересы человека. Об этом заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Петр Грушник на республиканском семинаре по работе с обращениями граждан. Авторынок «Звездный» не будет закрыт. Он продолжит свою работу на прежнем месте под началом нового предприятия «Белметалл», которое будет осуществлять деятельность на базе ликвидированного Барановича «Металлопторг». 28 миллиардов рублей из республиканского бюджета потребовалось на реконструкцию 222-го медицинского центра военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Теперь лечебное учреждение оснащено современным медицинским и технологическим оборудованием. Введен в строй операционный блок. В военной части 7404 состоялся торжественный ритуал вручения оружия служащим срочной службы. Теперь они будут помогать сотрудникам правоохранительных органов в несении службы по охране общественного порядка в городе. А теперь об этих и других темах подробнее. В социально-трудовой сфере Беларуси выстроена четкая система работы с населением, во главе которой интересы человека. Об этом заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Петр Грушник на республиканском семинаре, посвященном работе с обращениями граждан, который прошел в Барановичах. Министерство труда и социальной защиты проводит такие семинары с 2006 года с целью совершенствования работы с населением. Нынешняя встреча, проходившая на протяжении 2 дней, итоговая. Она завершает цикл семинаров в регионах. Каждая область страны показала самые интересные наработки, многие из них уже взяты на вооружение и в других регионах республики. Динамичная, достаточно эффективная и многогранная – так охарактеризовал первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Петр Грушник систему работы с населением в социально-трудовой сфере страны. В системе нашего министерства отработан механизм работы с населением, механизм работы по реализации директивы номер 2. Я не буду их называть. Это достаточно широкий спектр направлений деятельности, начинающийся от прямых телефонных линий и заканчивающийся днем министерства в отдельных регионах. То есть, повторюсь, есть стройная система работы с населением, которая позволяет нам изучать ситуацию на местах. Значит, если говорить о результатах, то в принципе мы сегодня можем с удовлетворением отметить, что вот количество обращений граждан в систему нашего министерства и в министерство, и в комитеты с каждым годом оно уменьшается. С 2007 года число поступающих обращений как в министерстве, так и по системе в целом постепенно снижается. Петр Грушник констатировал, что их всплеск в 2010 году был связан с двумя значимыми для страны событиями – выборами президента и проведением 4-го Всебелорусского народного собрания. Жители республики живо откликнулись на инициативы главы государства и правительства страны. В 5 раз выросло число поступивших предложений по вопросам социально-трудовой сферы, сказал первый замминистра. В 2012 году вступил в силу закон об обращении граждан и юридических лиц, который закрепил право беларусов на электронное обращение. За январь-сентябрь 2013 года число поступивших в Минтруда и соцзащиты, число жалоб и предложений сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%. В комитеты по труду, занятости и соцзащиты на 28%, в целом по системе на 23%. Вместе с тем наблюдается рост обращений, направленных через электронную почту. Большинство обращений, предложений и жалоб в том числе к нам в министерство, в другие республиканские органы госуправления, они могут решаться на местах и должны решаться на местах. Я хочу сказать, что вот только в прошлом году мы электронных обращений переадресовали по указу президента о необходимости первоочередного рассмотрения низовыми структурными подразделениями 48%. А вот в этом году уже 52%. То есть мы пока еще, скажем так, ну, наверное, не объяснили нашим гражданам, что форма, она-то хорошая работа, электронное обращение, но она тоже требует определенного соблюдения определенных правил и определенного механизма.
Участники семинара ознакомились с новыми возможностями в организации работы с населением в сфере информационных технологий с использованием информсистем госслужбы занятости при осуществлении административных процедур. Речь также шла о совершенствовании законодательства о государственной адресной социальной помощи, практике применения законодательства по отдельным видам господдержки семьи с детьми. Кроме этого, прибывшие в наш город гости ознакомились с опытом работы городского и районного исполнительных комитетов, религиозной благотворительной миссии возвращения по социальной реабилитации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, обсудили инновационные подходы в работе с семьями, находящимися в социально опасном положении. Особое внимание не уделили взаимодействию администрации и профсоюзной организации предприятий в обеспечении социальных гарантий для работников. Автомобильный рынок «Звездный» оказался под угрозой закрытия из-за ликвидации предприятия «Баранович и Металлопторг». Эта новость, облетевшая весь город, обеспокоила индивидуальных предпринимателей. 607 человек ведут там собственное дело. С просьбой разрешить возникшую проблему они обратились к местным властям и вышестоящим органам. Авторынок «Звездный» в последнее время стал объектом пристального внимания, причем не только среди автолюбителей. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие там свою деятельность, обеспокоились не на шутку, узнав о том, что 2 декабря рынок закроют в связи с ликвидацией предприятия «Барановича Металлопторг». Для исполнительного комитета было неожиданностью принятие решения акционерного общества, собрания акционерного общества «Баранович Металлопторг» о ликвидации самого предприятия и в том числе о ликвидации рынка «Звездный». По их информации, рынок должен был бы прекратить свою деятельность уже 2 декабря текущего года. Конечно, ситуация обострилась, и нужно было понять людей, которые там работают, потому что в большинстве своем это, ну, наверное, единственный доход для того, чтобы содержать семью. Этот рынок, существование которого началось в 2005 году, довольно известен не только в нашем городе, но и по всей Беларуси. Здесь продают и покупают автомобили, запчасти, а также различные товары автомобильной тематики. Он состоит из павильонов для торговли, питания, а также пунктов страховки и купли-продажи авто. Всего 607 торговых мест. Прибыль от деятельности рынка немалая. По итогам работы за 9 месяцев составила 342 миллиона рублей. Кроме того, здесь расположена гостевая стоянка, на которой продавцы могут оставить свои машины на неделю-другую и не беспокоиться об их сохранности. О выделении нового участка для «Звездного» толковали между собой предприниматели. Но на деле это оказывается непросто, и главное, решение вопроса таким образом потребует времени. Город мог бы выделить земельный участок. Возможно, что в близлежащем районе, рядом с этим рынком. Но для того, чтобы его выделить, значит, зарегистрировать, а потом же его нужно обустроить для того, чтобы могли работать, конечно, это даже не полугодичного времени будет стоить. То есть в любом случае предприниматели индивидуальные и тот, кто торгует на рынке, остались бы без работы на какой-то определенный период. По словам начальника управления экономики Раисы Уласович, авторынок «Звездный» не будет упразднен. Он продолжит свою работу на прежнем месте под началом нового предприятия «Белметалл», входящего в состав концерна «Белресурсы». Открытое акционерное общество будет осуществлять деятельность на базе ликвидированного «Баранович Металлопторг». Председатель концерна «Белресурсы» Семенюк Павел Евгеньевич, он был здесь, в Барановичах, при посещении премьер-министром республики хлопчатобумажного объединения. Была проведена встреча председателя горосполкома Юрия Анатольевича Громаковского с председателем концерна. И он нам сказал, что передайте предпринимателям, они будут работать, как работали, так и будут работать. Этот рынок не будет упразднен, не будет ликвидирован, он будет присоединен к новому предприятию. И все останется так, как было. К устному заверению высокопоставленных лиц, убеждена Раиса Ласович, вскоре приложится и письменное подтверждение Министерства торговли, которое должно прийти уже в ближайшее время. А теперь напомним о других событиях этой недели.
Полтора года лишения свободы в колонии строгого режима – такой приговор суд вынес мужчине, содержащемуся в исправительном учреждении открытого типа, за систематическое нарушение правил отбывания наказания. Барановичская молодежь выступила с инициативой очистить от мусора и рекламных объявлений автобусные остановки. Первая преобразилась у мясокомбината, а затем и другие, расположенные на центральных улицах города. В этом году в систему образования нашего города из высших учебных заведений пришло 72 человека. Торжественное мероприятие посвящения молодых педагогов состоялось в лицее номер 1. Оценить значение исторического события крещения Руси и подчеркнуть, что уже более 1000 лет православная церковь живет, действует и объединяет весь восточнославянский мир. С такой целью в Барановичском государственном университете состоялся круглый стол с участием преподавателей высшей школы и священнослужителей Пинской епархии. Вот уже 10 лет в БРГУ с успехом реализуется творческий проект для первокурсников «Алло, мы ищем таланты». Этот юбилейный конкурс впервые прошел в новом концертном зале вуза, которым по праву гордятся и студенты, и преподаватели. После трехлетней реконструкции в Барановичах открылся 222-й медицинский центр военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Это уже четвертое военное медицинское учреждение, обновленное в белорусской армии за 3 последних года. Введение в строй очередного такого объекта для военнослужащих – это еще один шаг по усовершенствованию системы здравоохранения в государстве, неотъемлемая часть которой – военная медицина. Об этом говорили на торжественной церемонии открытия, в которой приняли участие руководящий состав вооруженных сил, командование ВВС и войск ПВО Республики Беларусь. Реконструкция медцентра стала знаменательным событием для военнослужащих Барановичского гарнизона и ветеранов вооруженных сил. В вооруженных силах Республики Беларусь происходит оптимизация численности состава. Именно поэтому стратегическое военно-медицинское управление пытается приближать силы и средства медицинской службы к местам дислокации соединений и воинских частей. На торжественной церемонии открытия центра присутствовали заместитель министра обороны Республики Беларусь по тылу, начальник тыла вооруженных сил генерал-майор Виталий Киреев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Олег Двигалев, командующий войсками Западного оперативно-тактического командования Андрей Гурцевич. После торжественного митинга, посвященного открытию медицинского центра и перерезания символической красной ленты, приглашенные смогли воочию оценить 222-й медицинский центр. 28 миллиардов из республиканского бюджета потребовалось на реконструкцию и оснащение учреждения современным оборудованием. Кроме этого, был введен в строй операционный блок, которого до реконструкции здесь не было. Реконструкция здания 222-го медицинского центра и придание ему статуса не гарнизона, а территориального медицинского центра позволит сегодня оказывать медицинскую помощь порядка 6 тысяч военнослужащих и 5 тысяч пенсионеров Министерства обороны, которые имеют право обслуживаться в военных медицинских центрах. До реконструкции не было хирургического отделения. Сегодня построена хорошая операционная, послеоперационные палаты, реанимационная палата. Естественно, необходимо и персонал подготовленный. Сегодня мы работаем над изменением штатной численности этого центра. Я думаю, что в ближайшей перспективе у нас численность будет соответствовать возможностям, штатная численность персонала будет соответствовать возможностям центра по оказанию медицинской помощи. В Республике Беларусь на сегодняшний день существует 4 подобных военных медицинских центра, в том числе и главный, который находится в Минске. Инна Зубенко здесь работает уже 10 лет и может оценить те перемены, которые произошли благодаря реконструкции. Любое исследование сейчас занимает меньше времени, а результаты экспресс-тестов дают наиболее полную картину о состоянии пациентов. Ну, в данном здании я работаю 10 лет, в данной организации работаю 10 лет. С реконструкцией этого здания почувствовалось, конечно, больше ответственности, желание больше к работе. Да, конечно, у нас появилась новая аппаратура, новое оборудование, пациентов у нас много появилось новых. Ну и в то же время стимул к тому, чтобы больше развиваться и работать. Открытый современный военно-медицинский центр позволит следить за здоровьем не только летно-технического состава, но и пенсионеров. В наших частях проходят службу представители различных родов
войск, ну и прежде всего летчики. А подготовка летчика, подготовка оператора радиотехнических войск к несению боевого дежурства – это важнейшая задача, и мы должны быть уверены, что эти люди выполнят эти задачи в любое время дня и ночи. Мы видим, какие прекрасные палаты сделаны руками строительной организации. Но говоря об этом, надо прежде всего сказать спасибо нашему руководству за то, что проявляют заботу о человеке, и в том числе о военнослужащих, которые выполняют в мирное время свой долг по защите мирных рубежей нашего Отечества. Я хочу в этот день пожелать всему персоналу медицинского центра крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне, чтобы те профилактические мероприятия, которые они проводят, помогали выполнять военнослужащим задачи на всех рубежах, где мы находимся. Реконструкция медицинских учреждений Министерства обороны уже завершена в Барановичах и Минске. К концу года планируется открытие медицинского центра в Гродно. Нашу программу продолжит репортаж из воинской части 7404, где состоялся торжественный ритуал вручения оружия солдатам срочной службы. Теперь они будут помогать сотрудникам правоохранительных органов нести службу по охране общественного порядка в городе в вечернее время, а также в ходе проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий. Приказом командующего внутренних войск номер 99 от 3 сентября 2013 года в войсковую часть 7404 вновь возвращается патрульная рота. Торжественная церемония вручения боевого оружия накануне состоялась на территории части памятного знака, установленного в честь подвига военнослужащего, навечно зачисленного в списке соединения Сергея Свинтецкого. Служу Республике Беларусь. Вручение оружия – один из главных ритуалов в вооруженных силах и сравним с присягой. 34 срочника получили автомат Калашникова, и с этого времени они будут совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы внутренних дел оберегать покой горожан на улицах. Задача данной патрульной роты – это оказание содействия органам внутренних дел, городского отдела внутренних дел по обеспечению охраны общественного порядка, соответственно, на улицах города, обеспечению массовых мероприятий, спортивно-массовых зрелищных мероприятий. На данном этапе проходит подготовка их, изучение маршрутов патрулирования, подготовка им непосредственно к несению службы уже на улицах города. Ориентировочно где-то уже с середины ноября планируем мы, что они будут уже оказывать содействие органам внутренних дел, то есть охранять общественный порядок, помогать, скажем, гражданам. Когда-то до 2007 года здесь служили срочники и также была патрульная рота. Однако в результате реформирования было принято решение о ее сокращении. Сейчас, видимо, время вновь заставило обратиться к военнослужащим внутренней службы, ведь первоочередная их функция – это профилактика уличных преступлений и их предотвращение. Перефразируя народную мудрость о чистоте, можно сделать вывод, что хорош не только тот милиционер, который раскрыл преступление, но и тот, который его предотвратил. С важным событием срочников поздравили председатель ветеранской организации части полковник запаса Игорь Поляков, заместитель командира части по идеологической работе подполковник Сергей Козак и протоиерей Анатолий Пашковский, который благословил военнослужащих и осветил строй. И в завершение еще одна информация. Уважаемые телезрители, каждое воскресенье в эфире нашего телеканала «Главные новости Брещины». Еженедельную информационную программу готовят барановичская телекомпания «Интекс», брестко-кубринская студия «Бук ТВ», пинская и солигорская телекомпании. Программа «Регион» выходит в эфир по воскресеньям в 18:40 и в 22:00. Наша программа завершена. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире.